Мы уже высоко забрались-то, в общем-то. We'll go the top. Ждет. Вот они. Прикольные. Ага, good. И с этой стороны. Сегодня праздник. Мусульмания. День независимости. Арабия. Мусульмания. Ага, мусульмания. Это мусульманская школа. Ну рассказывай, где это мы находимся? Мы находимся в храме зуба Будды. Когда его кремировали, Будду в смысле. Один зубчик забрали. Один зуб, да, осталось 4 зуба, и вот один зуб находится на Шри-Ланке. Зевнуя, такие машины ехали, это вообще древние, такие красивые репликары. Ну тут, тут уже все, это уже более современные, они уже проехали. Был автопроект какой-то, сначала мото, потом авто. Я не успел заснять, блин. Так, вот опять едут какие-то, тоже есть. Может еще появятся. Но уже таких красивых нет, они в голове пробега были. Это мини-куперы какие-то, мини-купер. Формы бывают изначально кристаллы, которые первые добываются. Вот это называется халоносатиур. Вы можете посмотреть разные препаратуры. Да, это все поздрого, я никогда не считаю. Вот если это таблетки, индекс, амин, таблетки, кабачон. Это вот такое, и синий, и вот это средний цвет. Синий сапфир. Да. Вот там есть, это называется канатон. Почти там идет такие разницы, это под цвет идет темный. Значит, черный идет, если бледный идет, это не очень хороший цвет. Это с вами юный. Всем еще. Это янтарь. Наверное, у вас есть янтарь, да? Есть. Откуда вы? Просто минералы из разных мест, там, если это друзы, литвы, 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 это слуга, что-то кальций, подавание, это какие-то. Там есть разные стороны, то есть не только с жены, как у нас есть, а, у вас в Урале, да? Да, на Урале, может. Для снака, если это полочка, я не помню. Здесь это диапсид, это сейчас класс, если вот это значит звездный диапсид, на камне есть 4 линии, как крестики, видите? Это из Англии. Вот это лунный камень, это то отработан, там уши отработан. То есть светлый, типа голубой, белый и кошачий глаз. Вот там лучик, это лучкий глаз, пассивный тоже. Зависит от цвета, как кошачий глаз, поэтому... Это бриллиант, который первый за экранкин, сейчас бриллиант, который второй, это два отработанный, там масса на цвете, здесь вышли только, здесь опали, все проверили. Да, можете посмотреть местные камни, здесь это самые печёные камни, то есть считается, там сейчас тебе такие камни. Вот это большой, это дымчатый кварц, еще пилоты, аматрис, лимон, это лимон кварц, вот это цитрин, он с розами, зеленый, белый, разных видов кварц пивает. Вот это тигровый глаз, это африканский. Циркония, который искусственный. Вот это минеральный, натуральный зеркон, называется, полудрагоценный камень. Читайте, они вот такие разные пивают. Смотрите, красный, который вчера очень похож на рубин. Видите, да? Здесь вот белый, желтый, голубой, разный цвет. Кризолит. Здесь вот этот спинал. Спинал, то есть у нас разные пивают. Смотрите, синий, очень похож на синий сапфир. Чёрный.
кстати, красный бьет по всему рубин. Здесь это турмалин. Это розовый турмалин, на цвете рубилит, похожий на рубин. Поэтому цвет рубилит. Значит, цели у него это коричневый. Это очень необычный цвет, полигромный цвет, арбуз на цвете. Здесь гранат. Многие знают, гранат только красный. Красный. Это чеки популярны. Красный бородой, а сюда третий вот такой, смотрит, у нас розовый бьет, красный, оранжевый, это зеленый. А до сели они вообще не дают. Свет на свет, если вы берели смуру, это группа, то все берели на свет, берели группа. Это группа, где все берели, вот, хотя все глаза пьют, и все. Вы знаете Александрит, да? Это то, что говорят, российский камень. Да, Александрит. Да, все три места. Если это сапир, сапиры бывают вот такой разный вид, не только синий. Вот здесь кристаллы, это до отработки найдут вот такое, и там получится вот такое. Вот здесь это белый, розовый, фиолетовый, синий, коричневый, монолог, это сапфир здесь. Вот здесь это синий сапфир, от светлый до темный, но сами хороший, который в центре, который хранились синий, который васильково синий, на цвете, если он там есть рубин, то есть сапфир. Это сапфир, это на цвете наш уникальный камень, посмотрите, на камне есть сапфир, все вот это на цвете, подпараши сапфир, значит, это цвет лотоса. Наверное, вообще видели лотос цвета, да? Вот так вот это на цвете, очень редко. Хотела камень прикрыться вот так вот, это самый смолы, они нагревают и прикрыться, это уже готовы такой камень. Камень сначала прикрыться вот так вот, это самый смолы. Так, это мы в шахту полезли, в которой добываются камни. Мы смотрели фильм, вот оно протыкивается специальным папоротником, который задерживает воду. Потому что там течет просто немыслимо. Пока ты снимаешь, я уже наковыряла камней. А промывать будешь? Все, уже видишь, они тут уже промыты. Сейчас будем смотреть, да. Смотри, во, как это все выглядит. Угу. Опасная такая тема, конечно. Надо сказать. При свечах работают обычно. Вернее, свет электрический есть, но свечи обязательны для того, чтобы можно было контролировать, как только газ пойдет, она либо сильнее загорится, либо погаснет, если там газ какой-то другой, ну, дышать опасный. Нельзя, опасный, да. Вот. Интересно, вот то, что папоротником он протыкивается, очень прикольно. Ну, это мы в ботанический сад приехали. Он такой бесконечный, ну, тут надо, конечно, целый день гулять, у нас времени только час. А между прочим, стоит 2000 местных тугриков на человека. Довольно-таки прилично. Красивый парк. Такие эти горизонты. Здорово. Жалко, что времени мало. Да, здесь можно, конечно, целый день прогулять. Единственное, что ехать очень далеко. Вот поэтому и надо ехать на целый день. Мы проходим рощу сейчас. Вот эти крики — это летающие собаки или большие летучие мыши. Просто гигантские. Они висят, вот, к сожалению, не сфокусируется фотоаппарат на них. Они такими коконами висят, прямо гигантские, вообще капец. Вы увидели. Вот тут хорошо видны на просвет. Вот эти точки такие, как будто это грозди на деревьях. Это вот они как раз и висят. Я сейчас шел-шел и нашел коронавирус. Вот он как выглядит. Самый натуральный. Да. Я бы рассказываю о том. Это чайные листья. Вот это первый процесс. Шушит процесс. Мы собираем все листья сюда на вечер, и мы кончаем этот процесс
na utram. May dialayam, chorni chai e siloni chai, adina kavali iste non rasni prasis. Unas is chitir with the chorni chai. Sami krepki, shretni krepki, shretni slabi, и сами слабки. Он называется BOPF, BOP. Вот, знаем, да. Улон супер силоний чай. Он очень крепкий и чуть-чуть ферментация. Но белый чай тоже без ферментации. Белый чай все раз выбирает. Там есть это смухновали с тобой чай. Он называется FP, шрекни слабый черный чай. Спади лучи. И вот это экшвайн спешл. Это супер черный чай. Вот это чай мы делаем только с... Ну, в общем, теперь мы все знаем про цейлонский чай. Нам все рассказали, какой бывает он, такого помола. Крупный, мелкий, какой надо пить с молоком, какой без молока и так далее. Вот мы сейчас там пьем вторую по крепости. Мы прям реально крепкий. Очень крепкий. Но... Мы если бы себе заваривали, раз бы в опять бы, наверное, послабее бы заварить, потому что тут, вот на такую чашечку надо целую чайную ложку. А он еще супер крепкий. Антонина. Ну, вообще вкусно, запах. Масло. Арабка. Мать, уже нету. Правда, серьезно. Серьезно? Серьезно тебе говорю? Смотри.